Ну, просто поступило предложение от девочек, от Лены, в частности, от Лены Вергун, поучаствовать в чемпионате мира. Они готовились, я как раз по возрасту подходила, и так вот сложилось, что дала согласие, и очень рада, что, в принципе, как сказать, не промахнулась, да, то есть все получилось, и... Но как бы профессиональную карьеру, может быть, еще не собираюсь заканчивать. Но... Очень сильная была команда сборная Санкт-Петербурга. Все девушки, женщины, еще совсем недавно мы встречались в чемпионате, в кубковых играх, да, чемпионат Балтийской лиги. Некоторые из них участвовали в УБЛ за Луганск. То есть достаточно титулованные спортсменки. Плюс в Турции была очень опытная капитан команды, опытная женщина. Мы с ней встречались в Евролиге. Она играла в разных очень сильных клубах. Ну, конечно, это самое большое, самое крупное достижение. И очень радостно, что, как, пускай это неофициально, но все равно чемпион мира, ну, как-то очень... Чемпион мира звучит.